Сегодня мы поговорим о самой уникальной цивилизации древнего мира – о Финикии. Она – единственная древняя цивилизация, зародившаяся не на берегу реки, а у моря. Из-за неплодородной почвы жители Финикии вынуждены были жить за счет морепродуктов. Так, из прибрежных моллюсков они добывали пурпурную краску, которая долгое время считалась предметом роскоши и чем украшались царские одеяния. Из местных кедров финикийцы впервые получили папирусы, которые массово продавали в Египет, а после и во все остальные страны. Для успешного занятия торговлей финикийцы создали самые быстроходные корабли древности и таким образом стали самым первым морским торговым народом. Постепенно, через торговлю, изучая берега Средиземного моря, финикийцы основывали первые колонии древности. В поисках нового сырья финикийцы проплыли до британских островов, которые они назвали островом Олова. Далее они дошли до Северной Германии, откуда вывозили янтарь, который считался предметом роскоши и высоко ценился всеми средиземноморскими народами. Того, именно финикийские мореплаватели впервые проплыли вокруг Африки, а некоторые ученые думают, что они доплыли даже до Южной Америки, где поделились с местными народами способом постройки пирамид по месопотамскому образцу,